Всем привет, ребята! Мы сегодня едем на вакцинацию. Ну, не я, конечно, едет вот, вот она, моя красавица, едет вакцинироваться. Поедем, покажу, какая в Америке ветеринарка и сколько это стоит. Вот, у нас... так, тихо. У нас у кошки нет переноски, поэтому мы с ней за рулем сегодня будем ехать вдвоем. Надеюсь, все пройдет удачно. Ну, она девочка у меня послушная, думаю, что все получится. Давай посмотрим. Где ты едешь? Ну-ка. Так, мы на Powerline Road. Куда поворачивать? Видите, какая у меня послушная кошка? У вас кошки тоже так в машине себя ведут? Вот. Вот что значит дисциплина, воспитание. Сирена, улыбнись, тебя снимает скрытая камера. Вот так вот и ездим. Смотрите, вся в шерсти я. Немножко волнуется, дрожит, но все равно, видите, какая у нас молодец сиренка. Короче, разнервничалась. В общем, называется у нас вот так вот этот Animal Hospital, какой-то Скарбрук. Короче, кошка выдергивается. Все, ладно. Вот, немножко нервничает наша девочка, разнервничалась. Конечно, никто не хочет вакцинироваться. Так. А вот смотрите, здесь вот такие, в общем. А, здесь кот живет, посмотри. Здесь кот живет. Наверное, это тут приютить можно. А вот там, смотри, покажи, пожалуйста. А там собак стригут. Там вот салон. А вот и вот пациент. Так, нас позвали. Хай! И мы пошли. Hello, Serena. How are you? She's a little bit scared. Так, вот такой кабинет. Thank you. Так, ну все. Okay. Так, сейчас придет. Ой, моя рыбка. Ну, смотрите, какой кабинет здесь у американских ветеринаров. Ой, крикливое создание мое. Сейчас мы успокоимся. К нам сейчас заходил мальчик, ну, не доктор, он технишен. В общем, сказал, что нам нужно сделать будет сегодня две вакцины и сделать какой-то тест, я не знаю, там температуру померить и все такое. Ну ничего, посмотрим, сколько будут стоить эти прививки. Hi. Иди ко мне, хорошо. Eating and drinking okay? Yes, good. Eating well, drinking well. Any hairballs? No. No vomiting at all? No. Good. A little bit of grease in here. Do you clean these ears ever? No. I might get you just a little bit of cleaner to just gently clean in here, okay? She doesn't like it. Doesn't like it? No. We'll clean them today for you then. Just a little bit. Good. And we're indoor, outdoor. Should we go outside? Mm-hmm. Okay. Do you put the heartworm on the prevention? Yes, I use just the Russian drops from this. Okay. Mm-hmm. Kitty. You can always tell when they go outside because they're in good body condition because they get so much more exercise. Yeah. So this is good. I can feel these ribs. Good. You're okay. Stay right here. Девочка гуляет на улице. Good baby. She likes climbing. Yeah. She likes hunter lizards. Oh yeah, that's their favorite, right? Mine are in the house only, but we get, you know, you get lizards in the house. That's their favorite thing to do is chase the lizards. Hold right there, perfect. Good. Very healthy. Yeah, Kitty looks beautiful. Ты здоровая, красивая женщина. Gorgeous. Awesome. So yeah, Kitty looks great. We'll go ahead and get our vaccines updated. Mm-hmm. And we'll go from there. Keep up the good work. Okay. All right. Awesome. Happy holidays. You too. I'll send them right in, okay? We'll go ahead and get our vaccines updated. Сирена, ты не уходишь. You gotta stay with mommy. All right, we'll be right in, okay? Good job, Kitty. Доктор сказал, что очень у нас здоровая кошка. Вот видите, какая она крепкая, что она вот хорошо, что лазит по деревьям, и у нее такая вот
более мускулатура у нее развита. Вообще она у нас молодец. Сейчас еще два раза уколемся, и все будет в норме. В общем, мне не разрешают присутствовать при вакцинации, поэтому я сейчас оставляю мою девочку с этим милым парнем, и он мне ее вернет через несколько минут, когда она уже будет готова. Bye, Serena! All right, I'll be up there in 20 minutes, okay? Okay. All right. Oh, honey, you're okay. Relax. You're such a sweet kid. Yes, you are. Что делать? Видите, написано на каждом кабинете, кого они принимают. Кабинетов раз, два, три, четыре, пять, его там за углом. Но я туда ходить, наверное, не буду. Ну, все вот так вот выглядят примерно, видите? И здесь еще можно купить карман всякие. Ну, вот видите, Royal Canin рулит везде. Пока вы ждете, видите, вы можете сделать себе кофе. И за это с вас никто денег не возьмет. В холодильнике, правда, ничего нету. Ну вот. Елочка. Вернули, видите. Скоро и нашу дамочку принесут. Что-то еще пошел. Сделали моей девочке две прививки и еще сделали анализ на глисты. В общем, у нее все в порядке. Несмотря на то, что она мне тусуется на улице, у нее глистов нет. И она вообще здоровая женщина. И заплачу я за это все. Thank you. Точнее, уже заплатила $105. Сейчас посмотрю, сколько покажу, сколько каждая вакцина отдельно стоит. Мне же самой интересно. В общем, походу, меня какой-то этот экзам развели. Ну ладно. Видите, $105. Ну ладно, ладно. А вот и наша девочка пришла. Что я вам скажу? Вообще не дешево вообще в Америке иметь животных. Капец дорого. И говорят, что это еще я недорогую клинику здесь нашла. Есть гораздо дороже. А еще можно оформить страховку. Но я не буду. Пусть как хотят. Я не буду оформлять страховку. Ладно, поехали мы домой. Сейчас она, возможно, будет себя плохо чувствовать. Возможно, будет сонливая. Крикливая, возможно. Ну ладно, иди ко мне, иди к маме. Давай. Иди к маме, мамина крошечка. Иди сюда, иди, иди. Все. Ладно, ребята, погнали. Рассказывайте, как вам впечатление от местной ветеринарии. Пока-пока.